И вот мы зашли в голубую мечеть в Стамбуле. Вот так нас одели. Вот. Мы босиком. То есть обязательно должно быть закрыто одеяние, босые ноги, покрытая голова. И вот сейчас я показываю, как выглядит внутри самая большая в мире мечеть под названием Голубая мечеть. А вот так вот малышек лежит. Ну, хорошенький, вот так. Совсем лапочка маленькая. А как приятно идти по ковровому покрытию босиком. Это мы сегодня находились. Вот, показываю самый-самый верх. Я стою прямо под куполом. Было бы еще сейчас песнопение, вообще было бы чудесно. Вечером, так понимаю, здесь лампы горят. Но, честно говоря, меня больше впечатлил внешний вид, когда я только вошла в ворота, и как это все выглядело снаружи. Сногсшибательно. А это Ольга Грачева, для тех, кто не узнал, моя партнер из города Ростова-на-Дону, с которым мы сейчас вместе путешествуем и далее держим путь в Алматы. Ну что ж. А теперь это Лариса Иванова. А это Лариса Иванова. А это Лариса Иванова. Да, вот, вот я такая вот бываю, да. В самой большой мечети. Да, в самой большой мечети. Вот такая роскошь, вот такая красота, необычайные объемы. Это просто здорово. Это потрясающе. Путешествуем дальше по историческим местам Стамбула. Пока, друзья, до встречи. Подписывайтесь на канал. Включайтесь в наше сообщество самостоятельных путешественников. Ссылка под этим видео. До новых встреч!